Еврокомиссия определила приоритеты на 2018 год. Их представил президент Жан-Клод Юнкер в Европарламенте. Пятерка целей – это укрепление европейской торговой программы, промышленности, конкурентоспособности, а также борьба с изменением климата и решение вопроса мигрантов. Кроме этого, Юнкер предлагает усилить оборону ЕС и создать Европейский оборонный союз уже до 2025 года. Отдельный пункт – это защита европейцев от кибератак. Кибератаки могут представлять большую опасность для стабильности демократии и экономики, чем пушки и танки. Только за прошлый год в день фиксировали свыше 4000 атак с целью вымогательства. Поэтому Еврокомиссия предлагает новые инструменты в борьбе с этим, в том числе создание Европейского агентства по кибербезопасности.